Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в метро. Давай. У нас появился план. Мы захватим караван речных торговцев и на буксире проберемся на мост. Но пока караван не прибыл, полковник разрешил мне отправиться за пассажирским вагоном, о котором рассказала Катя. Для этого нужно сначала попасть в терминал и забрать оттуда дрезину креста. Неплохая возможность получше разведать окрестности. Так. Потише. Что у нас тут есть. Давай. Блин. Так. Так, мне как-то надо тут все это пройти. Хорошо. Так, с ним нам как потом разобраться? Блинский. Даже не знаю, что сказать-то на этом поводу. И по верху надо ходить, и по низу надо ходить. Ага, вот. Все ясненько, все понятненько, так. Нормально. Так. Линейная. А то рыба гребаная тут шороху наводит. Собакин. Ладно, что ж. Посмотрим. Ползи. Все, теперь я понял, как, блин, вспомнил, как от этих цветов я уходил раньше. Вот так вот подходил, потом убегал. Все, обезвредилось. Так. Ага, там, короче, вниз можно было еще. Ладно. Да тихо ты.
Пойдем сюда. Так, вниз, значит, можно. Есть. Так. А вниз по туда, да, идти? Тут же нельзя спуститься? Что-то я маленько не догоняю. Ладно, с тобой потом. Так. А, только вот за этим, что ли, сюда можно было идти? Ладно. Как я вижу, здесь пока больше... Но мы все равно не просто так сходили. Убили тело. Так, там мне делать нечего. Соберу все вот эти химикаты. Они мне для аптечки нужны будут. Уж больно дорого аптечки тут обходятся. Так. Все? Откричался? Так. Вот так. Так, надо делать пора патроны. Так. И аптечку. Вот так. Фух, так, со стволами у меня хрен с ними. Метательные ножи. Все. Так. Чего внизу, я не знаю. Ну, давайте посмотрим. То есть можно было по верху, можно... А, по низу по-любому надо будет. Никакого по верху. Ну-ка, давай, поднимайся. Вот так вот. Так, ладно. Самое страшное позади. Зеленое все там, блин.
туда наверх. Так. Где-то здесь вот был один. Так, теперь давайте-ка, ой, наверх сходим. Посмотрим, что там есть. Вот как хорошо, что с безопасного расстояния их перестрелял. И не паришься теперь. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. На! На! Ой. На, падла. Так тебе легче стало? Патронов нет. Ё-моё. Вот это я попал. Давай. Раз. Да где ты? А что ты корешей позвал, что ли? Давай. Так. Так тебе легче? Все. Всем угодил. Твари, блин. Вот и думай потом о людях хорошо. Thank you.
Так. Давай-ка сюда. Тут, по идее, от них бегать можно и не стреляя в них. Тогда ничего и не соберешь, конечно. А мне вот это нужно. Не все грибы могу собрать. Ладно. Что еще у меня тут есть такого? Да твою мать! Цветочек гребаный. Еще и рак сожрал. И крабов. Я должен был раков жрать с пивом нахрен. А получилось, что они меня сожрали. Хотя раки, да, трупоеды. Опа, не попало. Так, ну явно же ловушка. А и здесь-то никак. Блин, никак не протиснуться. Да хрен с тебе. Ой-ой-ой. Он их сожрал. Надеюсь, сзади тоже сожрал. Тихо-тихо. Мне сюда надо. Поворот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Так. Восьмизарядный. Понятненько. Патроны здесь я не могу делать. Только на верстаке. Сука, дорогие патроны-то. Так, давайте посмотрим. Церковь царя Водяного. Орден электроборцев или кто он там?
А, ну не суть важно, сейчас мы почитаем все. Раба Божья Валентина, 79 лет, старость. Раб Божий Петр, 60 лет, отравился грибами. Раб Божий Михаил, 42 года, неверие, убит электрическим демоном. Раб Божий Захар, 30 год, неверие, убит электрическим демоном, электрическим демоном. Чахотка. Там проглочен царь рыбой, когда набирал воду. 8 лет, голод. Господи, это кошмар. Нападение горгулии. Зверство язычников, воспаление легких, проглочен царь рыбой, нападение горгулии, утонул, наложил на себя руки после смерти жены Натальи, так, заразилась, ухаживая за путником с юга, да упокоит Господь ее отзывчатую душу. Так. Понятненько, что ни хрена не понятненько. Так. Так. Для начала. Как же тут, блин, делаться-то? Как-то на рыбалку надо идти. Так. Будем надеяться, что убил. Так, ладно. Буду надеяться, что убил эту царь рыбу. Так. Опа, ночной прицел. Прямо отсюда вижу. Так. Так, ночной прицел какой там? Вот этот. Стой, прослушаем. Понятненько. Так.
Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что у нас там. Ну, пройти вот так не можем? Нет. Так мы не можем. Тут нападение, да, должно быть? А иначе зачем фонариков столько? Так. Разобрали. Так. Бомба. Можно теперь, да, крутить дверь, ушибать. Закрыто. Что делать? Ладно, это ночное видение тоже не просто так здесь. Ну давай. Что у нас остается? Тихо. Как-то выйти надо отсюда. Как только? Как? Давай. Ладно, пройдем назад. Эй! Эй! Охренеть! Я же на тебя вроде всякой хрени посбрасывал. Как ты вот... Опупеть! Ну да, сикнул. Подожди, а мне что, туда не надо было разве? Ай-яй-яй. Так. Где-то какой-то проход, короче, я забыл открыть. И так бы я посюда бы потом прошел бы. Ладно. Так, сюда. Вон, по туда, по куда-то надо было идти.
Ладно. Главное, что транспорт у меня. Зашел, поставил. Предохранитель вставлен. Дрезина, блин. Давай, поехали кататься. Так, далеко-то мы тоже не уедем. Там все-таки были разбойники. Живой. Несите. Так. А я-то как раз. Ну, ты чё? Чего я только не увидел? Ну как, парень? Достал дрезину? В этих окрестностях. Да, слышу, трахнет, родная. Ай, молодца. Теперь тебе к лукиномойке надо. Да, я знаю. Аккуратненько. Народец там не хтит, я вам скажу. Все как есть потит. Так что, если чё, то и как говорится. Понятно, мне стрелки переводить надо. Вон оно что, Михалыч. Так. Вот так. Все ясненько, все понятненько. Шаровых молний. Пока не вижу. Залазь. Так. Вот так. Давай теперь здесь по вагонам. А то ночью-то я не мог. Шаровая молния мешала. Так, вроде бы все выполнил. Медведя достал. Давай. Демон крылатый. Летает, падла. Едем, едем. Блин. Вот сейчас там снайпера-то будут. Так, заходим.
Чистим. В первую очередь чистим оружие. Так. Почистили. Почистили. Деревянный переклад и последний ряд созданы для калаша. Удобное положение руки. Тогда вот так вот сделаем. Блин. Так, это есть. Ладно. Выходим. Пойдем сейчас. Воевать надо. Блин, а с этим НВП что ли буду все время ходить? Ладно. Мне он вроде пока не мешает. Обойти его сейчас все это дело. Давай. Не едете. Так. Сейчас. Давай. Так. Давай. Я-то вас слышу. Ага, да, сейчас посмотрим. Yeah.
Давай, 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 давай. На. Так. Хоп. На. Давай, где ты? Так. Ну, давай, кто у тебя еще там? Давай, бери. Бери, бери, а как же? Только ты меня и возьмешь, и в оборот, и в рот. Давай. Давай, давай, давай. Высунься еще разок. Кто ты там? Так, меня где-то кто-то увидел, кто-то где-то меня спалил. Блин, блински. Да. Где вы? Где вы? Блин. Вот слышу, что ты где-то тут. Так. Вот в упор тебя не вижу. Где оружие твое? Посмотрим.
Давай. 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 Оп. Полезли. Сейчас мы, блин, всех вас здесь расхреначим. Так, где вы? Как-то сверху я вас долбил раньше. Так. Хорошая вещь, тихарь. Очень хорошая. Так. Немножко еще. Поиски окончены. Давай, тихо. Так. Где ты? Ой-ой-ой-ой, что за сленг? Вот он ты. Вроде бы все. Давай. Спрашиватель. Да хрена у вас таких по миру ходит спрашивать. Нос не дорос еще. Господи. Так, берем, что с него берем? Так. Здесь что?
Здесь у нас упырь лежит. Вот как-то вниз, да, можно пойти? Пока не знаю, не разобрал. А, вот как. Давай, давай, пойдем, посмотрим. А, это когда поезд уже отъедет. А, вот так вот можно было. Все, понял. Давайте все обшарим здесь. Блин, так-то неплохо, неплохо. Опа. Ловушки еще есть какие-нибудь? Что мне тут собрать еще можно с вас? Неплохо. Так. Патроны. Ну, вроде пока в патронах не нуждается. Блин, столько сделал, понаделал патронов тоже. Так, сидит угрюмый такой. Приуныл, блин. У тебя что? Неплохо. Мы детальки соберем. Соберем. Все вроде. Можно гнать. Все. Так, только где у меня платформа-то? Вот она. Поехали. Давай быстрее, пока крылатый демон не прилетел. Залазь. Блин, целый день провоевал, нахрен уже темнеет. Ай-яй-яй, весь световой день на вас потратил. Вот вы уроды. Второй этаж был. Так. А как воротина поднимается? Так. Ну-ка, полезли на второй этаж. Лезем, лезем. Сейчас мы все выясним. Опа.
машине она пила. Передам, не беспокойся. Так, все, спускаемся. Давай, 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 давай. Мне надо зацепить его. С елочкой. Елочка, елка, лесной аромат. Подожди. Нам же сейчас по другой надо ехать. Так, ну по другой надо ехать, ветки, я так думаю. И как нам на нее залезть? Ну, давай посмотрим. А, само перебралось. Ну, это хорошо. Это нам в жилу. Едем, 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 в натуре три вагона. Так, вот эту базу мы зачистили. Ночью пришли и зачистили. Так, так, так. А как вот нам наверх-то доставить этот вагон? Знаю пока, что правильно едем. Залазь. Подразнили бабаек. И хватит. Вы же меня не тронете, правильно? Ох, ох, недоработка. А мы едем не спеша, громко шифером шурша. Молодцом! Давай сразу ко мне. Караван торговцев прибыл. Еду, еду. Что ты мне скажешь? Классно все провел, да? Эх. Вагон добыл, дрезину добыл. Да куда мне там ехать-то? Ура! Наш дом приехал!
Это ребенок. Дядя, а я вас разъем. Поднимись в руку, дело есть. Ох, хорошо. На, Мишку. Мишка? Мишка, ты вернулся. Ты просто герой, Мишка. Мама, Мишка. Спасибо, братишка. Ты настоящий мужик. А что мужик. Сказать надо? Я твой должник. Спасибо, дядя Артём. Да, конечно. Ну что вы тут, шпёхан-вёхан? Ладно, не мое дело. Ну здоров, герой. Молодцом, справился. Минутку. Вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... И... Дай бог, все получится. Все понятно. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, одни силы противника охраняют ворота. И... Артём... Он, конечно, разведчик, что надо, но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише. Для него авторитет, а вы же спецназ, не танкисты. Твою мать, да ты. Пройди. Падла вонючая. Так. Мне сейчас надо что? Гитару отдать. Пришел отдохнуть. Хорошо. Но долго не задерживайся. Это очень нужно. Эй! Я кому гитару принес-то, твою мать? Высокое напряжение. Ну, здоров, рейнджер. Чего-то я из-за тебя так распереживался. Зачем? Все нормально. Скорее видать. Ну, в общем, все переживали. Анька тут совсем извелась, пока тебя не было. Артём, горизонтальный смотри, магазин. Я для тихаря улучшение приготовил. Так что можешь его установить для испытания. Верстак к твоим услугам. Все. Почистили. Так, аптечки. Вот аптечки надо понаделать. Так, с этим у меня проблем нет. С этим тоже. Все, выходим. Ищем, кому мы там должны отдать. Ну что, брат, готов к последнему? Чего ж ты сразу-то ее не взял? Это? Оттуда с башни, что ли? Ух ты! Спасибо, братуха. Круто, спасибо. Так. Куда мне надо-то? Ну-ка, покажи ко мне. Так. Мне надо туда попасть. Пешком я проходил. По идее, проплыть можно. Давайте-ка посмотрим. Вон туда. Да. Артём, мы на позициях.
Ждите, ждите. Так. Твою мать, где хоть одна лодка-то? О, бандиты активизировались. Опять ожили. Ай-яй-яй-яй. Ну что поделаешь? Да где ты? Ну, папа, получай! Так, сойдет? Где второй? Где? Не вижу его. Бля, ты наверху ходишь, что ли? Пацанчик. Вот этот козлина, короче, вломился. Не мог сдохнуть достойно. Понятненько, как с тобой обращаться. Вот, повыше он. Так. Я уже здесь был. Понимаю, если я вас не убиваю, то вы заново, что ли, будете? Только мне покажись, сразу машинами нафаршируют. Ой. Пися грозная. Ты вот сюда куда-то ушел? Спрятался подлинно. Это дело, так и сиди. На! Вот тебе и подлюка. Так, тебе нормально? Полегчало? На! Мне надо выше. Пардоньте. Давай, давай. Так. Еще выше.
Так, теперь смотрим на карту, куда мне надо. Вот туда и надо. Поехали. Попал. Так. И как мне это преодолеть? Пойдем вниз, значит. Поднимайся. Давай. Полезли, полезли, полезли. Подожди, я же на кран поднимаюсь. Правильно? А, ну все правильно, вот. Пропажи ты моя. Ох, я переволновалась, пока ты в этом терминале возился. Ну не беспокойся, солнце ты мое. Ты вагон пригнал. Какой же ты у меня молодец. Заболталась я. Хвали, хвали меня. Случилось, имею право. Ладно, идем. Кашель чертов. Надышалась, похоже, в том подвале. Так, ситуация такая. Охрана оказалась больше, чем мы ожидали. Риск велик, но Крест говорит, что на таких караванах всем заправляет хозяин капитан. Если получится его по-тихому, остальные сдадутся без боя. Понятно, если он им охраны, человек 15. Четверо утра по на баржу, по краям пирса, часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием. Я на месте. Вижу часового. Князь слева от ангара. Прием. Князь на месте. Готов снять часового. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо вижу всех на пирсе. Крест разведал подвал. Их тут двое всего. Ковыряются, чего-то ремонтируют. В общем, самое лучшее место, если втихаря идти. Артём, мы готовы. Только давай не так. Давай. Ты чего возиться? Уложить их всех, и дело в шляпе. Прекратить базар. Артём командир, ему и решать. Эти люди нам зла не делали. Ну что, самое время начинать. Самое время начинать. Ну, не сейчас. На этом все. Всем напоминаю, после захвата буксира мы с Сэмом и Идиотом возвращаемся на Аврору. Артём и князь с Крестом идут на буксире к мосту. Удачи нам всем. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!